Западные СМИ, опубликовав сведения о том, что Киев запрашивал у Вашингтона американские ракеты «Томагавк», раскрыли конфиденциальную информацию. Об этом заявил сам Владимир Зеленский. «Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хотела получить много ракет, таких как «Томагавк». Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал Зеленский на пресс-конференции для североевропейских СМИ. Как сообщало ранее издание The New York Times со ссылкой на источники, в закрытой части плана Зеленского содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет «Томагавк». По информации газеты, американские чиновники сочли это абсолютно невыполнимым требованием. Зеленский не смог убедить Вашингтон принять решение по ударам вглубь территории России западным оружием, отметило издание.